Hello? Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. What is this? Дневник Салли. 4 января. Очень люблю среды, потому что нам дают сладкое и мороженое. Раньше я жила в совсем плохом месте. Учителя там злюки вообще. Все говорят, учись, учись, а мороженого не дают. А тут мне очень-очень-очень нравится. 10 января. Сегодня нам сказали важное правило. Всем надо вести дневник, ходить на медосмотры и не ходить на улицу без взрослых. Хорошо, в школу не надо ходить. Не хочу в школу. Там дразнится, потому что у меня одежда старая. Больше всех дразнится тот, кто ее раньше носил. 16 января. Сегодня приезжает директор приюта. Так что я одену свой любимый-прелюбимый синий наряд в клетку. Дядя директор высокий и усатый, и полицейский.
must be the door out of here. Darn it! I need the key. Дневник Тома. 5 февраля. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как я написал Оливеру, а в ответ молчание. Ни словечко. Хотя они все становятся такими, когда их усыновляют. Небось, устроился по-королевски в доме каких-нибудь богачей и думать про нас забыл. Я был уверен, что Оливер не из таких, что мы с ним друзья навеки. Какой же я дурак. 8 февраля. Анна сегодня рассказала сказку малышне. Мол, когда родители забирают кого-то из нас, они делают из ребенка еду для чертей. Вот почему дети никогда не возвращаются и не пишут. Уж не знаю, чего это она, но из ее бредовых идей получаются отменные страшилки. 13 февраля. Тут творится что-то странное. И дело не только в сказках Анны. Нет, я не жалуюсь. Я бывал в приютах похуже, а этот еще и получает кучу денег от какой-то корпорации. Но почему нам нельзя никому звонить или ходить на улицу? Почему повсюду столько врачей? Почему тут что ни день, то новые прививки? Мы как будто... 14 февраля. Меня усыновляют. Меня! Обычно все хотят детей помладше, так что я давно решил, что стал уже слишком взрослым. Надо признаться, новость приятная. Да что я? Я просто на ушах стою от радости. Распрощаюсь с этим местом уже 20 числа. Постараюсь быть хорошим сыном, чтобы мои новые мама и папа гордились мной. 19 февраля. Посреди ночи прибежал Оливер. Весь побитый, кричит «Помогите!» и все такое. Я его даже не узнал сначала. У него лицо было какое-то облезлое, будто расплавленное. Тут же явились учителя и врачи, забрали его. Говорят, проблемы с кожей. Скоро ему станет лучше, и мы сможем отправиться с ним в новые приключения. Дневник неизвестного. Если вы читаете это, звоните в полицию. Пришли черти. Они всех едят. Много черных чертей. Помогите. Они знают, где я. Мама, помоги. Going, Sherry. I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. You little bitch. You're gonna pay for this. You little shit. You hear?
It's all over now. Door's locked. Where are you? Show yourself. I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Your last fucking chance. Show yourself now. Oh, fuck. It burns. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time! Bring me the pendant, or Sherry dies. Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Are you serious? Damn it! Just you wait, asshole!
You again? It's like the only way forward. Oh no. I can do this.
Damn it. It's gotta be the orphanage. Hang on, Sherry. Sherry, are you here? Письмо от директора. Что касается недавнего происшествия, рад сообщить, что все уже полностью улажено. 19 февраля подопытный 628 сбежал из лаборатории и проник на территорию. Ранее пациент был отобран из общего числа кандидатов и, по всей видимости, решил обратиться к ним за помощью. 628 был вскоре задержан сотрудниками. Поскольку подопытный 628 принимал участие в клинических испытаниях, его побег был связан с риском распространения вируса. В качестве меры предосторожности мы приняли решение избавиться от всех имеющихся кандидатов. Стоит особо отметить заслуги службы безопасности, усилиями которой была проведена оперативная ликвидация опасных активов. Чтобы удовлетворить любопытство наших соседей, мы сообщили им, что из-за аварийного состояния здания нам пришлось временно перевести детей в другой приют ради их же безопасности. Как только наше предприятие будет полностью дезинфицировано, я планирую продолжить набор новых кандидатов для испытаний. Get off me! Get away! Yeah!
Jesus Christ! Sherry, where are you? Claire! Sherry, I'll be right there! Go, go, go! Claire, it's behind you! Don't stop! Hurry! Keep going. Wake up. Wake up. Open your eyes. Hold still. Not infected. Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where is she? Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who's that? The creature responsible for this. Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Where are you going? Look, I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Where did Sherry go? Sherry's daughter? G-вирус. Отчет. Очень скоро начнется заключительный этап клинических испытаний G-вируса. Известно, что существо G превзойдет по своим возможностям любого человека.
но мне хотелось бы выдвинуть некоторые гипотезы касательно его биологии и биологических функций. Умственные способности. Сразу после рождения у субъекта начнется спад умственных способностей, и через пару дней он перестанет говорить. В конце концов он окончательно потеряет рассудок и утратит человеческую природу. Его действия будут продиктованы только стремлением к выживанию и репродуктивным инстинктам. Физические способности. Ускоренный процесс деления клеток – это эволюция, которая позволит существу легко адаптироваться к любой среде. Более того, она сможет быстро устранять любые повреждения благодаря регенерации тканей, поэтому полностью уничтожить его обычным огнестрельным оружием будет практически невозможно. Репродуктивное поведение. Самой примечательной особенностью G будет его стремление к размножению. Существо будет инстинктивно искать людей со схожей ДНК, чтобы внедрить в них эмбрион. Однако шансы на успех такого процесса крайне малы. Если совпадение ДНК будет недостаточным, результатом взаимодействия станет недоразвитое существо G. Пожалуй, можно назвать одну категорию людей, чья ДНК обладает необходимой степенью сходства. Это биологические дети субъекта. Такие вот патроны повышенной мощности подойдут к нашему первому маленькому револьверу и будут по мощности ничем не уступать дезерт-иглу Леона. Но для начала нам придется отыскать для револьвера Клэр специальное улучшение, ибо без него мы не сможем зарядить данные патроны. Cable car. Here? Oh,
It was safe there. Hey, Sherry! I was scared. Those things were everywhere, and... You should have called the police. That's what we taught you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Oh, no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. I'll be right there. Письмо Леона. Клэр, раз ты добралась сюда, то скоро сможешь покинуть этот город. Мне еще нужно разобраться с одним делом, но хочу, чтобы ты знала, за всем этим стоит Амбрелла. И если я не выберусь, расскажи всем сама. Леон. ID wristband required for cable car entry. Thank you.
Так, ну и давайте, как и в случае с Леоном, вновь вернемся в полицейский участок, проявим снимок и обыщем все возможные тайники и соберем все боеприпасы и улучшения. Находятся они, кстати, в тех же самых местах.
seriously? Thank you.
Итак, а здесь у нас вновь загадка с шахматами, но уже полностью переделанная. И, на мой взгляд, куда сложнее, чем у Леона. Итак, ладья, значит, рядом с конем, но не смотрит на ферзя. Король с ферзем стоит порознь, но развернут коню в самом конце. Ну а сам конь расположен не так, как на футляре. Итак, для начала также собираем все 6 фигур и вставляем те, на которых изображены фигуры. Ну, как в прошлый раз. Но обращаем внимание на строчку, что конь расположен не так, как на футляре. Поэтому на своем месте будет только пешка, а другие 5 фигур нужно догадаться самому. Итак, топаем от обратного. Если король с ферзем стоит порознь, но в самом конце, значит понятно, что они будут друг с другом через одну клетку. То есть в середине будет какая-то фигура. Ну и сразу же становится понятно, что они будут расположены по левой стороне, ибо по правой в конце стоит пешка. Исходя из этого, понимаем, что ладья будет рядом с конем, но уже по другой стороне. Ну, допустим, ладья будет в середине, а конь слева от нее. Но ладья не смотрит на ферзя, значит там будет другая фигура, а вот конь глядит прямо на короля. Ну а так как ферзь будет через одну фигуру, то есть в другом конце, то в середине остается только слон. All right, Sherry. On my way. Кстати, если кто заметил, то в ящике у нас появился не ломающийся боевой нож. Как я говорил еще в первом парте за Леона, дается он за полное уничтожение всех мистер-енотов. Ну, пожалуй, брать я его не буду и пройду уже без использования бонусного оружия. Must be out.
I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him... This conversation is over! Wait! Wait! I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, Mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Ned said her lab's not far. Wait, that cable car. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Almost there, Sherry. We're almost there. Good. The cable car. Here. Okay. Here you go. Just hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay, better check everything.
There's no turning back. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. To me. You know it's supposed to be lucky. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? It's so pretty. It's for my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hang in there, okay? Now, arriving at Nest. It's okay. I've got you. Come on. Resident Evil 2.